Служба безопасности Украины не проводила обыски в облуправлении ГСЧС на Прохоровской и в пожарно-спасательной части на Бунина в прошлую пятницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Вадим Шулюк. Он также опроверг информацию об угрозе уничтожения документов, касающихся соблюдения правил пожарной безопасности в сгоревшем доме Асфадурова на Троицкой. У нас планово працювало не СБУ, у нас планово працювало Державне бюро розслідувань у супроводі кримінальної прокуратури і національної поліції. Вони працювали на слідуючий день після пожежі. Вони дивилися плануючі документи, розпорядчі документи про організації і роботи Державного пожежного нагляду. Фактів такого, щоб у нас якісь документи знищувалися в головному управлінні, нема. ГСЧСник добавил, что последний раз здание колледжа экономики проверялось 5 лет назад, после чего туда не заглядывали в связи с мораторием на проверки. А когда запрет утратил силу, плановая проверка сорвалась. Инспектор сломала ребро. Ранее в СБУ заявили, что ее сотрудники проводили обыски в облуправлении ГСЧС. Спецслужба якобы получила информацию, что отдельные руководители ведомства пытались уничтожить документы относительно проверок в колледже. Бездействие спасателей квалифицировали как служебную халатность, открыто уголовное производство. Досудебным расследованием занимается ГБР. Кроме того, на заседании комиссии по ликвидации последствий пожара на улице Троицкой спасатели назвали основную версию причины трагедии. Возгорание действительно началось с 9-го кабинета. И по характерным признакам и изъятым с места происшествия предметом можно предварительно сообщить, что это произошло из-за неисправности электропроводки либо бытовых приборов. В то же время, по данным полиции, родственникам не выдали 11 тел погибших вследствие трагического пожара. Мы на сегодняшний день уже по приметам, по одежде и по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. До конца недели будет, думаю, уже промежуточные молекулярно-генетические экспертизы, и где-то со следующей недели мы сможем начать работу с родственниками. И актуальная информация для водителей движения по улице Троицкой от Осипова до Пушкинской откроют только после вывода экспертов о состоянии здания. По словам губернатора Максима Куцева, сейчас готовится заключение спецкомиссии о судьбе сгоревшего памятника архитектуры. Они решат, что с ним делать – консервировать, восстанавливать или демонтировать. Силовики круглосуточно охраняют здание, так как внутри проводятся следственные действия.